Здравствуйте! Вы на канале «Полезные советы». Сегодня я вам расскажу о лечении подсолнечным маслом. Этим способом можно лечить следующие болезни. Головные боли, бронхит, тромбофлебит, хронические заболевания желудка, сердца, печени, легких, женских болезней, зубные боли и другие. Данный способ предупреждает начальные заболевания злокачественных опухолей. Способ лечения заключается в следующем. Растительное масло, подсолнечное или арахисовое, в количестве не более столовой ложки, сосредотачивается в передней части рта. Затем масло сосется, как конфетка. Глотать масло ни в коем случае нельзя. О том, как сосать масло, я вам покажу в конце видео. Процедура лечения проводится легко, свободно, без напряжения, в течение 10-20 минут. Сначала масло делается густым, затем жидким, как вода. И только после этого его следует выплюнуть в санузел, так как эта жидкость инфекционная, и нужно сполоснуть рот водой. Эту процедуру лучше делать один раз утром натощак. И второй раз вечером перед сном. Но для ускорения лечения эту процедуру можно повторять несколько раз в день. В выплюнутой жидкости находится масса возбудителей болезней, в том числе злокачественных опухолей. Следует иметь в виду, что при лечении данным способом могут быть обострения, особенно у людей с массой болезней. Когда начнут расслабляться очаги, человеку может показаться, что ему стало хуже. Бывает так, что в организме сидит болячка, но она еще не ощущается, и человек считает себя здоровым. После принятой процедуры самочувствие вдруг ухудшается. Это означает, что начал рассасываться очаг, который в дальнейшем бы вызвал бы заболевание. Вопрос о том, сколько человек может принимать процедуру. Лечащий должен решать сам, исходя из своего здоровья. Так, например, при обострении радикулита можно целый день принимать процедуру и встать с постели здоровым через 3 дня. Лечение проходит в момент сосания масла. Этим способом можно лечиться от огромного количества болезней, не прибегая к лечению лекарствами. Этот способ является одновременно и профилактическим. Острые заболевания вылечиваются очень быстро, в течение 2 дней. Лечение же устаревших заболеваний длительное время, иногда до года. Этим способом лечатся клетки, ткани, все органы человеческого организма. Последний при этом выбрасывает из себя живой и мертвый баланс. Под живым балансом имеется в виду микрофлора, которая поражает человеческий организм, сокращает жизнь. Мертвый баланс – это соли и другие ненужные организму вещества. Применять этот способ лечения нужно до тех пор, пока не появится в организме сила, бодрость и спокойный сон. После пробуждения у человека ничего не должно болеть. Он должен чувствовать себя отдохнувшим после сна. Не должно быть под глазами мешков. Должен быть хороший аппетит и память. Вот как проводится процедура лечения. Наливаем столовую ложку масла. Сосредотачиваем передней части рта. Затем сосем как конфетку. Глотать масло ни в коем случае нельзя. Сразу после процедуры выплевываем в унитаз. Если вам понравилось видео,
ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!